Дети имеют право видеть отца. Брэд Питт будет добиваться совместной опеки над детьми. Об этом заявляют зарубежные СМИ. Ранее сообщалось, что актер решил не вступать в судебные тяжбы с экс-супругой по данному поводу. Передумать звезду заставила петиция Джоли. Актриса просит, чтобы Питт лишь посещал отпрысков. При этом зачастую в Калифорнии судьи дают родителям совместную опеку над детьми, если это не вредит чадам. И сейчас Брэд может видеть детей только по выходным, и то в присутствии врача. Такое право дает ему временное соглашение. Отмечу, ни Питт, ни Джоли не подавали на супружеские алименты или содержание детей. И, кстати, о распаде самой красивой пары Голливуда стало известно в сентябре. Тогда Анджелина подала документы на развод. Изначально сообщали, что актриса решение это приняла из-за измены супруга. Но позже появилась информация, что между Питтом и Джоли были разногласия из-за воспитания детей.